Так, ребят, всем привет. Я сегодня хочу вам показать. У нас в автодоме завелся грызун. Сейчас я вам это покажу. Смотрите. Он погрыз нам муку. Так, вроде больше ничего не видать. Что сгрыз. Но следы заметны. Посоветуйте, как можно от него избавиться здесь, в автодоме. Может быть, какое-то специальное средство есть. Ну, кроме мышеловки, конечно. За мышеловку я знаю, что можно поставить, попробовать. Но будет какой-то эффект или нет. Может быть, у кого-то в автодоме или прицеп дачи были такие случаи, что грызуны. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будем пробовать. Пока мебель он не испортил, но одеяло он у Олеси погрыз, там Алина лежала, одеяло хорошее, он его сгрыз. В багажнике я еще пока не проверил, там у нас вещи, санки лежат. Сейчас я все вытащу и посмотрю, что у нас там. Что машина долго стояла, что не трогали ее, и поэтому мы не замечали. Ну, сейчас я начну убираться в машине. Может быть, еще что найду. Смотрите, вон видите, она погрызла все. Смотрите, вон она сожрала. Эта сволочь, она везде залезет, Олесь. Она через колесо где-нибудь может пролезть там. Ей. Да, вот здесь все закрыто, Митхольц. Тут ничего нету, где она. Это она где-то по-другому заходит сюда. Олесь, она найдет щелку, поверь мне. Другое искать надо. Она чувствует где-нибудь тепло и залезет нафиг. Мамочка. Что ты плачешь? Тут колесо снизу, какашки. Она там, наверное, живет, вообще поселилась, да? Где? Ну, в ящике там. Здесь вот я смотрел под кухней, ничего нету, не видать следов, что она лазила. Смотрите, у нас здесь вот эта подстилочка лежала под вот этим матрасом. И здесь тоже он все перегрызла она. Вот. Это опасно. Я сказала, может она в шу где-нибудь тут-то. Нафиг. Сейчас будет лайф на это нападение. Иди в баню. Шу занеси домой. О, мамочка, как я боюсь. Не бойся, она бы уже выскочила. Ты думаешь, может, она там где-нибудь сдохла? А, уже. Я смотрел, там ничего нету. Ты своими глазами, я своими посмотрю. Там двойное дно, Олесь, как выскочит. Да иди в баню. Серьезно говорю, там двойное дно. Да я знаю. Или что может-то быть-то? Если б ее бы там, она бы уже завоняла, там печка. Если бы она дохлая там лежала. Она не дохлая, я думала, может что-нибудь. Живая лежит. Бы там не сидела, она бы убежала уже оттуда. Какашки тут есть. Только откуда вот они могли упасть? Короче, Сань, здесь какашки лежат. Вот здесь снизу. Она оттуда прийти может. Да, она здесь и погрызть может. Ну, если бы она провода грызла, то она бы заметила бы. Так ничего не видно. О, мама родная.
Так вот, друзья, мы не нашли гнезда, где мышка поселилась. Следы от нее есть, но конкретно мы не нашли. Сейчас мы уберем все ешние следы, где она лазила. Пропылесосим всю машину. Занесли все продукты, вещи, так как она сгрызла одеяло. И муку она еще погрызла. То мы будем наблюдать за дальнейшим. Попробуем купить средства от грызунов, яд какой-нибудь положить. Вот так вот, такие дела. Будем смотреть дальше.